поет тумбу хотя бы. Ученики 30-й гимназии города Ульяновска увлечены написанием компьютерных игр. В школе работает кружок информатики, созданный в рамках проекта «Твой курс IT для молодежи». Проект направлен на создание и развитие клуба программирования «Код-класс» для школьников. Клуб поддерживается корпорацией Microsoft и сетью ресурсных центров и партнеров проекта. От этих компаний кружок информатики регулярно получает призы за достижения и качественную работу. Стараемся с детьми принять активное участие и по результатам получаем подарки. И на этих вот как раз Ардуино, на матрешках, на Йоду, на Малине дети как раз и дальше уже старший класс программируют. Клуб программирования «Код-класс» посещают как первоклассники, так и выпускники. Первоклассники постигают азы пользования компьютером, а кто постарше, уже вовсю пишут сложные коды. Ученики имеют возможность создавать игры вместе со своими друзьями. Простор для творчества колоссальный. У каждой команды своя идея и сюжет. Например, Лена и Катя из 3-го А – лучшие подруги. И кроме общих секретов, у них уже есть собственная компьютерная игра. Мы во втором классе с подругой заинтересовались, как делаются игры. И решили создать в будущем свою игру. Вот вчера мы ее создали. Она получилась очень интересной. Сюжет в том, что ездят роверы, и их как бы нужно убить. Они захватчики как бы, враги. Вот. Мы там очень хорошо все построили, и получилось очень интересно. Проект «Код класса» получил гранты Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2016 и в 2017 годах. На средства, выделенные фондом, были закуплены компьютеры и роботизированные конструкторы для занятий. Сейчас в Ульяновской области есть 35 таких классов, в них обучается и занимается творчеством более 400 детей. Виктория Шикова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.